Кай киска играет Мицуругой, немочка играет Кирой, в общем-то. Мы их видели все. И раньше. Кастомом играет. Разрешили мы кастомов на этом турнире. Да, ренгаут от Кая. Очень быстренько он закончил первый бой. Эффективно. Не совсем этот комбан, но немочка не встал. Ох, встретил на вейке, нормально. Абсолютно все секаны попадают. А это значит, что Нимочка уже вот-вот вылетит с турнира. Кай летает, в небо поднимается, как птица. Хотел быть летчиком. Опять на вейкапе встречает его Кай. Но Нимочка сумел отхватить полжизни у Кая. Ох, какая ультра. Кай ультрон переходит в мрачную стойку сейчас, в которой Кира сильна. Ну, Нимочка сопротивляется, не отдает Каю так просто. Забрать не дает ему. Кай не наказывает. Не переходит в стойку. Мог сменить сейчас стойку, это плохо могло кончиться. Какая напряженная битва. Бросок. На грани поражения Кай. Хороший обход от Нимочки. И уворот. Да, не удается. Чуть-чуть не удается Нимочке забрать второй раунд. Ну что, все бывает, этот турнир.